Сегодня стало известно, что в Минске обнаружена мертвая 8-месячная девочка. Пока говорить о причинах трагедии преждевременно, известно лишь, что на теле ребенка были следы укусов, а в квартире как раз находилась собака. О расследовании громкого дела Анастасия Винчо. Звонок в службу скорой медицинской помощи поступил из этого дома. Звонила женщина, ребенок не дышит. По приезду медики констатировали страшное – смерть 8-месячной дочери. Причем правая рука малышки была вся в укусах. В доме помимо матери в это время находился пес. Собака породы хаски появилась в их доме относительно недавно. Псу было всего около 5 месяцев. Молодого и активного, его по несколько раз в день выгуливали на улице. По словам соседей, обычно это делала старшая дочь. Каждый день гуляет девочка, выгуливает собаку. Нормальная, адекватная семья. Хорошая, большая, красивая. Но породу не знаю. Вот она и постоянно выгуливает эту собаку. Утром она и вечером целый день она бегает вокруг дома. Вот этого. Ну, собака у нее такая, понимаете, она никак непонятная. Она не слушается, она выйдет и бегит с ней. Сибирский хаски – добродушная и внимательная собака. Это прекрасный компаньон и близкий друг. Однако, как и любому псу, ей необходимо правильное и строгое воспитание. Способна ли хаски на убийство? Евгений – кинолог с 30-летним стажем. Затрудняется ответить. Есть собаки-пищевики, которые без еды просто не могут. Хаски, они тоже пищевики. Не могут без еды практически и там суток, их аж трясет. Продуктов в доме следователи не нашли. Ни младенцу, ни собаке попросту нечего было есть. Между тем, на съемной квартире проживало еще 2 детей. На выходные их забрали к себе бабушка и отец. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшее в опасное для жизни и здоровья состояние. Точную причину смерти малыша следователи пока не называют. Сейчас проводится ряд исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Между тем, по одной из версий, в ту злополучную ночь ребенок был без присмотра. Мать попросту была пьяна. Анастасия Винчо и Максим Сацукевич, телекомпания СТВ.